Всем привет, с вами Мария Блинова, и сегодня я расскажу вам про новый отель в Арабских Эмиратах Intercontinental Ras Al Khaimah. Отель находится в Эмирате Ras Al Khaimah, открылся весной 2022 года, время до Дубая где-то 45 минут. Вот в Intercontinental, когда ты заходишь, у тебя сразу хорошее восприятие и на уровне аромата. Тут обалденно пахнет везде, и везде играет такая лаунж-музыка, настраивает тебя на ту волну отдыха, да, которая уже сразу расслабляет. Ты еще сразу понимаешь уровень отеля. Так не во всех отелях. Эмираты, естественно, да, а вот тут я могу сказать, что нравится с первых шагов. В отеле есть по факту два типа номеров. Это классические с видом на море и такие же номера, но клубные. Все номера смотрят на море, да? А во всех номерах есть балкон, есть косметика высокого уровня, есть очень красивая ванная. Единственное отличие в том, что клубные номера пользуются дополнительными привилегиями. Это отдельный бассейн, это завтраки, которые также накрывают отдельно, и они дольше по времени идут. И еще некоторые детали, о которых расскажу позднее. Лично мне отсюда уезжать не хотелось. Помимо основного ресторана, вы здесь найдете и панорамный ресторан ливанской кухни с вечерними шоу, и американский гриль-ресторан с живой музыкой. Этот отель работает на завтраках, полупансионе, и все включено. Да, когда вы берете все включено, у вас входит завтрак, обед, ужин и алкогольные и безалкогольные напитки в барах этого отеля. Хочется отметить, что в этом отеле даже главный ресторан, он просто великолепный. Все очень стильно, продумано и свежо, и нет ощущения какой-то столовой. И я, и мои туристы, которых мы впоследствии сюда отправляли, отмечают, что рестораны и кухня здесь правда шикарные. Выбор тут не очень большой, да, это не Турция с бесконечным и безвкусным шведским столом. Тут все очень изысканно и вкусно. Выбор будет для каждого. И детские, вегетарианские, безглютеновые позиции, а также индийские, арабские блюда, суши каждый вечер. Помимо прекрасной кухни и прекрасных баров, в отеле также есть тренажерный зал, есть теннисный корт, есть спа-центр и есть хаммам. Все бассейны с климат-контролем, и вот летом, в августе, они очень приятно охлаждались. Кстати, имейте в виду, что если вы отдыхаете с детьми, то для детей здесь есть только детский бассейн, детский клуб с 4 до 12 лет, и клуб для подростков от 12 лет. Каких-то площадок, активностей, анимации здесь нету. Скорее, этот отель подойдет либо родителям, которые выбирают отдых в первую очередь для себя, да, и ребенок уже подстроится, либо парам, либо одиночным путешественникам. Вот очень прекрасный, широченный, с белым песком пляж в Интерконтинентале. Мне кажется, тут лежаков еще на 3 отеля хватит. Производит прям впечатление вау. Кстати, весь отель, он тоже, знаете, такой прям вау. Он прям инстаграмный, красивый, стильный, не похожий на классические Эмираты. Да, здесь действительно пляж с белым песком, он великолепный, открытое море, приятно купаться, нету никаких взвесей, нету никакой стоячей воды, все прекрасно в плане пляжного отдыха. Сейчас вы видите частный бассейн, которым могут пользоваться только гости клубных номеров. Также у них есть прерогатив, да, это послеполуденный чай, это коктейли с 6 вечера до 8 и доступ в лаунж. То есть по факту вы можете брать завтрак, ужин и клубный номер, и у вас будет то же самое, все включено. Как итог, я могу сказать, что обязательно вернулась бы сюда снова, хотя меня сложно чем-то зацепить, да, но тут удалось. Отель отлично подходит для спокойного и размеренного отдыха. Обязательно также обратите на него свое внимание, если любите новые отели.